Ну что, вы готовы увидеть концовку Гренни-космонавта? Внучок, мы полетим на Марс. Будем вместе там жить одни. Ха-ха, поехали, полетели. Раз, два и три, погнали! Один лайк плюс 1% к удаче. Поставь лайк прямо сейчас, и мы будем самыми удачливыми людьми. Всем привет, друзья! С вами Игрок Адор, и как вы знаете, сегодня день космонавтики. Я решил зайти в гости к Гренни-космонавту. Да, говорят, что она улетела от Земли, она захотела жить одна. И да, она все-таки в космосе, я тоже в космосе. И давайте мы посмотрим, как она тут поживает. О, блин, смотрите, это, блин, бабка Гренни, космонавт. А, ты что тут делаешь? Я думала, я одна тут живу. Нет, я пришел к тебе в гости. А, кто тут? Внучок какой-то маленький. Блин, так, давайте постараемся сейчас сбежать отсюда, наверное. А то бабка что-то не так уж и рада меня видеть тут, да? А, я думала, тут одна, в этом космосе, а тут какой-то внучок. А, ты как сюда попал, а? Ох, блин, какой-то, наверное, портал есть тут. Телепортируются внучата, надо их наказать и убрать этот портал. Я знаю даже, где находится этот портал. Смотрите! Жесть, она поставила сюда капкан. Давайте попробуем пройти через него. Супер. Так, давайте постараемся сегодня сбежать через основную дверь. А, она идет! Нет! Так, что у нас тут? Какой тут ремонт? Да, ребята, с бабушкой вместе с Гренни я остался тут один в этом космосе. Блин, чтобы я выбрался отсюда, нужно выйти через основную дверь. Давайте попробуем сейчас собрать все предметы и открыть эту дверь. Какое у нас мясо? Смотрите, свежее мясо, то есть это мясо нормальное. Что у нас с машиной? И... ух ты! Вот эта тачка, смотрите! А, внучок, мы вместе остались в этом космосе. Давай вместе будем, да? Как хорошая пара. Какая пара? Я не хочу с тобой дружить, слышишь? Я тоже не хочу, но мы будем жениться. Нет, не буду я жениться на тебе. В космосе тем более. Пошла вон. Давайте разрушим. Так. Блин, деревяшка, разломайся. Все, разломалась. Теперь нам осталось найти два ключика. Ну ты что? Я думала, мы пара. Ох, ты меня расстроил. Я тут одна, одиночка. Я знаю, то, что ты одиночка, но прости, я не могу с тобой... на тебе жениться, ну ты совсем что ли с дуба рухнула? Так, забираем мы кусачки отсюда. И постараемся сейчас разрезать там, да, все проводки. Как ни странно, но тут все летает. И тут реально гравитация, смотрите. Какого фига? А, что происходит? Умейте ты мне, кто-нибудь? Ох, блин, эта гравитация на меня плохо влияет. О, да, сегодня день космонавтики, но какой-то внучок пришел ко мне домой. Но он не знает, что тут космос. Мы одни вдвоем, я его сейчас буду целовать, обнимать. О! Какого? О, внучок! Внучок! Ты не жена! Пошла вон! Как? Как? День два. А, кто тут? О, я вижу вазу. Как она там показалась? Блин. Бабка, ты тупая вообще, да, или что? А? В смысле, я тупая? Хорошая? Воу, пошла вон! Так, забираем мы кусачки. Где они? Где кусачки? Я их потерял. Блин, шестеренка залезла вниз. Нет. А, мне что-то не нравится эта комната. Кто тут находится? Смотрите, сверху ваза. Она думает, что эта ваза двигается. А, ну как можно ваза двигаться? Иди сюда! Нет! Так. Обрезаем. Идемте вниз, тоже обрежем. Смотрите, какой щиток. Он не двигается, теперь двигается, супер. Смотрите, это походу бабушка приземлилась на Луну. Но ей осталось 5 дней до Марса. Офигеть! Ладно, она поставила дополнительный замок. Она не хочет, чтобы я уходил. Она хочет на мне жениться. Что у нас тут? Офигеть, колонизация на Марсе, смотрите. У этой бабки есть цель сюда попасть. Бабка вообще с ума сошла, видите? Бабка теперь как бы непростая женщина. Она уже целеустремленная. Так, что у нас тут? Эта комната такая, смотрите, странная очень. И что у нас по телевизору показывает? Что бабка смотрит? Смотрите, это же ракета Falcon. Она собирается залетать, она уже взлетела. И бабка поставила на паузу. Походу, она смотрела телевизор, но я ей помешал. Извини, бабушка, я не хотел. Отчок, я тебя дам сейчас. Совсем офигел, помешал на телевизор смотреть. Ну прости, я не хотел. Так, у нас тут кот. Кот какой-то гиперкот, офигеть, увидите? Так, давайте поставим этот кот сюда. Постараемся посмотреть, что у нас тут. Выпинкей, супер. Она идет сюда. А, блин, телек не дал посмотреть, придурок. Иди сюда, внучок, я тебя съем.
Не надо мне есть. А чё, у тебя еды нету в космосе? Ну да, нету в космосе еды. Я уже всё закончила. Только остались шпроты. Шпроты? О боже мой. Я хочу усыпить бабушку в космосе. Посмотрю, как она будет сейчас спать. Давайте откроем дверь. Не побоимся? Давай, бабушка, иди сюда. Она идёт сюда, смотрите. Вперед! Что происходит? Помогите! Кто-нибудь! Ау! Моя голова! Я шкафат! Спасите меня, внучок, выпусти меня вниз! Отпусти меня вниз, быстро! Внучок, ты что делаешь? Ты же знаешь, что тут нету! Тут гравитация, тут нет воздуха! Ты что, внучок? Что ты несешь, бабушка? Давайте попробуем выстрелить сюда. Блин! Надо забрать теперь как-нибудь! Ну, елки-палки, давай вниз, падай! Ух, капец! Забираем. Идемте откроем тайный шкафчик бабки-космонавта. Посмотрим, что она там держит. Мне самому интересно. Так, шкафчик нужно подвинуть. Ключ! Ага, падлок кей. Это мастер кей, елки-палки, я перепутал их. Давайте откроем комнату Слендериной. Слендерины космонавтки. Да, они все тут космонавты на самом деле. Почему-то я не знаю. Так, пройдем сюда. Ага, ваза летает. Хорошо, я понял. Кто там ходит? Иди сюда, внучок. Блин, это не я, это... Это же... О, нет! О! У-ху, внучок, иди сюда. Дай мне руку. Будем вместе летать, внучок. У-ху. Смотри, как круто. А-ха-ха. У-ху. Спасите. Ау. Ай, блин, моя нога. Ударила ногу за тебя. Окейушки, у бабки в космосе есть тут какая-то клетка. Интересно, что она делает? Забираем ключ. Камера. Так, выходим. Не могу выйти. Чего? Бабка, ты что мне тут держишь? Ну нет, я знаю хитрый способ забежать. Ха, я вас затроллил. Что у нас в тайном шкафчике космонавта Грэнни? Ага, рукоятка. Смотрите, у нас арбуз как луна. Жесть! Офигеть! Так, я взял ключ. Окей, идемте. Осталось только открыть маленький домик. И мы сбежим отсюда. Из этого космоса, походу, мы полетим. Полетим уже на Землю, да? Это будет супер. Берем мы шестеренку. И вторую. Вторая шестеренка спряталась тут. Офигеть. Мастер Кей. Так, я под конец вызываю Слендерину космонавта. Так, давайте попробуем. И... вызовись! Супер! Смотрим на Слендерину космонавта. Вау! Офигеть! Что с ней? Вот это да! Вот это круто! Смотрим. Офигеть! Вот это да! Бабка стоит! О, смотрите, что происходит с деревьями! Что с ними? Вот это да! Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Я сбежал от бабки-космонавта. Офигеть, это было круто. Но бабка все-таки, походу, она полетит на Марс, мне кажется. Я выбрался, но я не знаю, куда я попаду сейчас, да? Я в космосе, я летаю везде. Но, походу, я постараюсь долететь до нашей Земли. Все, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Да, сегодня день космонавтики, как-никак. Я решил сделать такой вот ролик. Поэтому всем спасибо. Всем пока. Thank you.